предстоящие выходные все кладбища республики будут закрыты для посещения. Такую рекомендацию дал Роспотребнадзор Чувашии. Это вынужденная мера. Ежедневная сводка о числе заболевших подтверждает, что расслабляться рано. Массовое посещение кладбищ может дать новый всплеск инфекции. Во-первых, это скопление народа. Во-вторых, отсутствие необходимых санитарных условий. Не везде есть возможность элементарно помыть руки. Ежедневно регистрируется 80-90 случаев заболеваний. В целях снижения заболеваемости новой коронавирусной инфекции, пожалуйста, временно воздержитесь от посещения кладбищ, храмов, массовых паломничеств. Это позволит избежать многочисленных заражений и выйти республике на первый этап снижения ограничений. Большинство жителей республики согласны с этой непопулярной, но необходимой мерой. Ну, мы вообще-то привыкли вовремя ходить. Ну, нам что так вот, мы чувствуем, что можно людей заразить друг от друга, да? Лучше не ходить. Правильно. Ну, а как вы знаете, все собираются, ой, обнимаются, давно не видели, давай-ка нальем, я вот терпеть не могу. С точки зрения безопасности правильно, а с точки зрения морально каких-то принципов не очень думаю. Правильно. Это правильно, потому что ситуация еще остается очень острой, и все время говорят о том, что мы заботимся о людях. Значит, это продиктовано необходимостью, такое бывает нечасто. А помянуть можно и дома, и добрым словом вспомнить в уединении.